С 9 по 14 сентября в Севастополе планируют впервые провести Крымский военно-исторический фестиваль. Решению вопросов, связанных с его организацией, было посвящено совещание, прошедшее в Доме правительства под председательством Александра Пушкарева. Мероприятие пройдет под патронатом Министерства культуры и Российского военно-исторического общества. Фестиваль посвящен и предназначен для знакомства участников с историческим и культурным наследием Крыма, проведение промо-акций в близлежащих городах. И каждый день будет посвящен, в принципе, своей эпохе. В качестве основной локации проведения Крымского военно-исторического фестиваля выбраны живописные Федюхины высоты. Именно тут в течение недели посетители смогут увидеть 12 исторических периодов, принять участие в 60 интерактивах и мастер-классах. Помимо этого, на 11 и 13 сентября запланированы два шоу, которые поразят зрителей своим масштабом. Всего будет задействовано порядка 600 реконструкторов, а ожидаемый поток посетителей составит 50 тысяч человек, надеются организаторы. Сразу успокоить, по пиковой посещаемости, так как фестиваль 7-дневный, мы не планируем единовременного нахождения на территории 50 тысяч гостей. Для участников тоже будет разработана отдельная программа. Мы планируем привлечь все эпохи реконструкции, которые есть в Крыму, начиная от скифов, Древней Греции, Древнего Рима и заканчивая Великой Отечественной войной. Каждый день фестиваля будет посвящен своей эпохе, начиная с античности, Древнего Рима и Греции, заканчивая событиями Великой Отечественной войны, обещают организаторы. Что же касается самих крымских реконструкторов, то мероприятие позволит им презентовать свои проекты и попасть в единый общероссийский календарь военно-исторических событий. Владимир Сорокин, Денис Корвиль, программа «Наше время».